Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится, у полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием! Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная.
Черт, тяжелый. Ну где ты там? На что-нибудь? Давай скорее, нам еще до самых нижних порогов берег поменять. Иду, ничего тут нету. Ага, отлично. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Бросай меня так, братуха! Не по-пацански будет! Братуха, не бросай! Ха, так, затянули, соки, я уже рук не чувствую. Гроб жизни помнить буду. Век воли не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло?
А они, суки, прячутся так, я, мля, офигею! Проход разведал, обратно уже шел, скрутили волки позорные! Мля, руки-ноги затекли, кобздец просто! Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, этих лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты с зоны вообще? Ну, ты это, того. Даже если не из наших, все равно благодарочка. Ну, а если тебе, у сук этих, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя, ты пацан стопудово реальный, и один их небось по... Так что, если решишь встретить козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Пусть фартит, братишка! А, сука, бля. Эй ты! А ну стоять! Это территория Берегового Братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Пираты, вали его! На, сволочь!
прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Туча не вернулись. ГЭСовцы должны были довести их до райцентра, но... Похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи? Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам, эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Не отвертишься. Закинул мяч в реку, делай новый. 2 недели уже возишься. Ты сделай, что ты? Шить только осталось. Просто я сейчас попинаю. Слушай, я... Видите? Тихо! Я сдаюсь! За тебя не прошу! Девчонок, не обижай, чужак! Ты хоть немного человек! Все! Я сдаюсь! Все, чужак! Я сдаюсь! Я защищал девчонок и вообще наших, пока мог.
Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Ну, что там с вами произошло? Ах ты ж, чужак! Думал, всех вас уже волкам на корм отправили. Уродов, насильников и убийц! А вы все лезете и лезете. Ну, я у тебя, сволочь, пощады просить не буду. Учитель.
Ах!